С вашей группой. Меня вот тут вот я по-другому не буду говорить, я буду говорить прям по-русски. Разъебывает генеральный директор, как только может, за вашу группу, которая в воронке горит красным огнем вся. Вот каждый норматив, блядь, это просто пиздец какой-то. Это по-другому я не могу говорить, реально. Потому что это ненормально. Это ненормальная обстановка вообще в группе. Полное шляние, мотание, больничные, куичные. Задержался, не пришел писить, какать, курить, кушать, пить, кофе, кола. Вообще все, все, что угодно, только не работать. У меня вопрос к каждому. А нахера каждый из вас сюда пришел? Зачем вы сюда пришли? Работать или что делать? Все хорошо у всех? У меня нет. Я отвечаю за филиал. Я отвечаю за каждого сотрудника, который пришел сюда работать. Работы в группе нет. Ваш руководитель уже задолбалась краснеть и обтекать сидеть каждый раз. Потому что долбают ее, долбают меня, долбают ее. Вы что дожидаетесь, я не понимаю? Вы все взрослые люди. Вы зачем приходите на работу? У вас за 2 часа рабочего времени по 20 минут трафика. Вы чем занимаетесь 2 часа рабочего времени? Вы не звоните. Давайте так. Вот за сегодняшний день не будет не выполнен ни один норматив у кого. Завтра мы прощаемся с каждым. Я обнулю группу. Я просто обнулю группу. Мне не нужны сотрудники, которые приходят просто так на работу. Мне нужны люди, которые заинтересованы, замотивированы, в первую очередь сами замотивированы, заработать себе кошелек. Не хотите? До свидания. Дверь открыта. Договорились? За сегодняшний день я хоть одного увижу в коридоре, я уволю по статье за несоблюдение трудовой дисциплины. Я клянусь. Это будет с каждым из группы. Я запрещаю шляться и мотаться. Сейчас у Юли начнет по 20 минут отпускать каждого на обед. С полпервого можно отпускать. Опять-таки тех, у кого будет хотя бы приблизительно какие-то цифры в трафике, в завершенных, в счетах и в подключениях. Слушай, ну мне вот сейчас написали в группе, что у нас в трудовом договоре, раз мы уже идем к трудовому договору, прописан час обед. При соблюдении нормативов, может быть? А у меня тогда вопрос ко всем еще раз. Кто вот этот умник? Пишет. Все молодцы, а трудовые обязательства не, выполнять не надо? То есть мы пришли, блядь, 3 часа просидели, на 20 минут трафика, а потом мы пошли час обедать? Ну крутые, уволь вот этого, кто написал. Уволь сейчас же, заявление мне и до свидания. Можно спросить, Оксана, по поводу вот чисто перерыва? Там у нас вот в кабинете, получается, висит листочек, по-моему, 11, 15 и 17. Я, например, не обедаю. Этот листочек вот уже надо убрать. Вот курить в какое время просто убрать. Можно ходить, перерыв делать? На 3 минуты буквально. Я, например, на обед не хожу, но мне надо курить. Давайте вы сначала начнете чего-то делать. Да. Потом будем говорить про покурить. Вот так. Угу. Все. Кто написал заявление?